Так, ну вот пока разобрано, продуем фильтра заодно. Чаще продуваешь фильтр, тем дольше он служит. Вот я сезон отъездил спокойно, продувал раза два. Раза два точно я продувал. Даже у кого нет компрессора на любой заправочной станции, на шиномонтажке есть. Затычечки. Ну вот, продуем фильтр и крышку, потому что в крышке пыли не меньше, чем в фильтре. Вот так слегка. Но тут будет посложнее. Тут я буду разбирать всю сторону. Так, тут надо куда-то складывать в коробочку. Тут будет много частей. О, уже на великах ездит. Пора свой доставать. Вот тут два глубоких винта. Почему? Туда вот, в эту крышку, в конденсат, масло перелил, что ли, подвыбивает сюда масло с этой стороны. Короче, тут вот он фильтр. Ну, пока отключусь, также продую его вместе с крышкой. Так, дальше снимаем третий фильтр, вернее четвертый.
Это так. Никому не нужная деталь. Я так считаю. Тут непонятная конструкция. Блять, всегда меня бесит. Поналепит какой-то заразы. Крышка. Крышка фильтра. Сцепление вариатора. Или самая пыль. Потом сниму вот эту крышку. Сейчас продую. Пока выключусь. Вот фильтр. Вариаторный. Фильтр вариатора.